Как найти свое место на полке? Сегодня местные товаропроизводители встретились с представителями крупнейших российских сетей розничной торговли. Беседа получилась непростой. Как показывает практика, рядовые покупатели больше доверяют тем товарам, которые производят в их родном регионе. Представители крупных федеральных торговых сетей это понимают и отмечают. На прилавках своих магазинов они готовы найти место местной продукции. Мы считаем, что местные товаропроизводители, местные товары, они, во-первых, качественные, потому что колено доставки, плечо доставки от производства и до полки, он короткий. Можно все время поддерживать качественный продукт на полке. И, во-вторых, мы считаем, что люди здесь, производя продукт, имеют какую-то социальную ответственность перед населением, потому что они сами являются потребителями. Чувашским производителям такое сотрудничество тоже на руку, ведь чаще всего отовариваются жители как раз в больших сетевых магазинах. Казалось бы, все должны быть довольны, однако на деле отношения сторон складываются непросто. Сетевики требуют большие бонусы, то есть плату за вход в сеть, устанавливают низкие закупочные цены, долго согласовывают условия. А сами ни на какие уступки не идут, жалуются производители. 7 февраля и 14 февраля отправлены образцы продукции, и 3 марта в устной форме нами был получен отказ, как бы из-за отсутствия качества продукции. Хотелось бы попросить уважаемых пересмотреть и хотя бы опробировать в тестовом режиме эту продукцию. Надо побыстрее реагировать на то, что мы новинки вводим. У нас бывают новинки, которые мы бы хотели сразу ввести. Но пока идут согласования, новинки становятся старинками. Министр экономического развития отметил, подобные противоречия на совещании не решить. Главное, чтобы после сегодняшней встречи и та, и другая страна взяла их себе на карандаш. Собственно, для этого и нужны подобные мероприятия. Ольга Бырочкина, Александр Петров, Республика.